Вот я дверь показывал, как я быстро ее сделал. Сегодня я хотел вам показать, что я ее еще запенил в тот же день, то есть неделю назад. Таких вот щелей особых нету, а там, где вот щели есть, я немножко по-другому хотел делать. Ну, пока вот так вот. Уже приятно, даже внутри будет, дуть не будет. Так вот она у нас закрыта болтами. То есть просто так не попасть вовнутрь. Надо что-то иметь. А люди обычно ничего с собой не имеют. Не получается, и прошли, да и все. Там дальше стройка. Вот еще крышу не сделал, не успел. Вот так вот оно, как у нас есть.